Малахов попал в международный скандал. Шоумен увлекся историей вдовы нигерийского принца. Ведущий популярного ток-шоу на федеральном канале Андрей Малахов – большой охотник за жареными фактами. На этот раз он вмешался в международный скандал. Героиней его очередного прямого эфира стала Наталья Веденина из Череповца. Она уже угостила на программе у Малахова. Однако ее история получила продолжение. В 50 лет жизнь только начинается, уверена женщина. Разменявши 100 десяток, она вышла замуж за молодого нигерийского принца и родила ему близнецов. Но счастье длилось недолго. У 33-летнего супруга случился сердечный приступ во время тусовки. Мужчина скончался. По наследству вдова должна перейти в жены к младшему брату своего пауленка, как она ласково обращалась к главе семейства. Однако названный муж никаких обязанностей не выполняет. Дома не ночует, ее с детьми не обеспечивает. На памятник покойному супругу ей пришлось взять кредит в 300 тысяч рублей. Родственники из Нигерии россиянку не признают. «Все проблемы приходится решать самой», призналась в студии несчастная женщина. Отчаявшись, она завязала интернет-общение с 31-летним правоохранителем из Ганы. Их виртуальные встречи проходят по Skype. И даже языковой барьер не является преградой. Однако новый любовный роман стал поводом для сплетен. В родном поселке Натальи то и дело судачат о ней. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!